стремитесь соответствовать тенденциям современным, там следите за тем, что Трендом. институт цвета там каждый год диктует, или вообще каким должен быть современный аксессуар? Он должен быть уникальным или он должен быть модным в соответствии с сезоном? Ну, мода сейчас переходит в такой режим, когда больше люди думают осознанно. То есть они покупают какую-то вещь не потому, что это модно, а потому что она им нравится. То есть я стараюсь создавать какие-то вещи, которые просто людям нравятся. Оно выходит так, что они модные, да, потому что на все блестящее сейчас модно. Я делаю просто то, что мне нравится, я ни на что я не ориентируюсь. Мне хочется блестяшек, я делаю блестяшки. То есть, если там Пантон сказал, что фиолетовый цвет это прям круто, то Нет, я не вы буду не делать будете фиолетовый. делать все фиолетовое. Я сделаю все белое, серебряное, золотое. А вот до коллекции экологической уже что-то пробовали такое тоже масштабное сделать, прям вот нарисовать целую линию какой-то одежды? И если да, то что это были за работы первые? Ну, я участвовала как-то в Новосибирской неделе моды от Бузыцкой, и там Ольги Бузыцкой. до Ольги Бузыцкой. Там как раз у меня были отрисованы модели одежды, и я их шила там сама. К сожалению, тогда еще качество было не на высшем уровне. Но тем не Вся менее, коллекция сшита вручную. да, она была шита за 2 недели. Это на самом деле так не делается. Делается это все-таки полгода шьется, а не за 2 недели. Вот, мне на один наряд уходило там 1 день просто. Ну, оценили? Да, ну людям очень понравилось, но над качеством пришлось еще долго работать. Ну, сейчас у качества на очень И эта высоком уровне. коллекция сейчас где-то как-то живет? Коллекция была распродана. Ну, она была распродана в качестве, ну, достаточно дешево по цене там затрат на материал, просто потому что Просто он. по Да, себестоимости. просто раздарила там часть. Вот проект Ути Стайл, как правильно, это ваше детище целиком, или вы просто к ним присоединились? Вообще в чем замысел, есть ли кроме вас там еще участники, какие-то задумки для будущих коллекций в рамках этого проекта? Ути Стайл — это вообще полностью мой проект, и идея создания этого материала, и название, и логотипы, и все придумывала я. Но есть огромное количество людей, которые мне помогали. Я вот уже упоминала ребята Зеленой Белки, в том числе Аню Вознесенскую, и девочек и Соню, и Машу. Также Соломея мне очень хорошо помогли, Якушев Олег. И много очень ребят. Елизавета мне очень хорошо помогла. Но в Это качестве директор творца вот Антонеста. вы единственный производитель в этом проекте, Ну да? да, творчество исключительно Вы не мое. приглашаете новых там дизайнеров для новых идей, каких-то подборов еще других материалов, нет? Ну, дизайнеры там, конечно, предлагали какие-то свои варианты, потому что в итоге все равно мне помогали собирать сумки дизайнеры. Но большей частью, да, идеи мои, сумки мои, и все начиная от закупки фурнитуры в Спасибо вам за Китае, все помощь, но я полностью. сама. Здорово. Вероника Кальнева была у нас в гостях, изобретатель-предприниматель, показала нам красивые, совершенно прекрасные свои творения. Умница, красавица и Спасибо. комсомол. Засмущали. Удачи вам и дальше. Пусть ваши коллекции распродаются. И, конечно же, мы радеем не только за ваше дизайнерское дело, но и за экологическое. Спасайте нашу планету, пожалуйста. Будем Спасибо. наблюдать за вашими успехами.